05-13. Наблюдается азимут 182, дальность 67, скорость 154, высота 2010. 13-й наблюдаю, подтверждаю. 30-й, целеуказание принять. 30-й, сопровождаю, азимут 190, дальность 25. 30-й, целеуказание принять. 30-й, СУ принимаю. 30-й, цель уничтожить, расход 1. 30-й. Я воздух, наблюдаю цель, азимут 150, высота 3800. Ноль пятый, обнаружил цель азимут 182, дальность 62, высота 1800, скорость 150. На запрос не отвечает. Обнаружение различных средств, так скажем, вероятного противника. Данная станция выдает информацию на вышестоящий командный пункт. Соответственно, вышестоящий командный пункт принимает по нему соответствующее решение. Интенсивность повышенная, соответственно, наблюдаем ежедневно порядка 30-40, так скажем, объектов воздушного, так, воздушных целей. Соответственно, по ним производится обработка. Станция всепогодная. Может перемещаться более, точнее, станция может перемещаться порядка 4 раз в сутки. Она мобильная. Вот, соответственно, благодаря слаженности расчета станция может в течение часа оказаться уже на другой точке. Мы находимся на командном пункте зенитно-ракетной бригады. Автоматизированная система управления. Соответственно, сюда приходит информация от вышестоящего пункта управления. И также самое приходит от нижестоящих дивизионов. Здесь она обрабатывается, и цель определяется, производится ее опознавание. Своя эта цель, либо это чужая. И после этого, соответственно, принимается решение на уничтожение цели, либо на обеспечение безопасности ее пролета в зоне действия наших средств противовоздушной обороны. Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа на запрос свой-чужой. Они не отвечают, и, соответственно, приходится их определять по различным, скажем так, характеристикам, которые мы знаем. Комплекс у нас всепогодный, работает как днем, так и ночью. Жара, дождь, зима, разницы нет.